режим записи. Сообщил мэр Сергей Собянин. Причиной их власти считают наступление осеннего сезона, для которого характерный подъем заболеваемости ОРВИ.
а также риск увеличения числа контактов, связанных с возвращением и запуском начала учебного года. Собянин также сообщил, что 67% работников, которым предстоит обязательная вакцинация, уже сделали прививки от коронавируса. Ситуация с ковидом, конечно, может внушать тревогу. Мы видим очевидный рост, сильный рост заболеваемости в Москве. Пока мы в два раза ниже пиковых значений, но тем не менее, вот за последние недели что, потихоньку мы видим рост заболеваемости порядка 30%, при госпитализации больше 20%, что говорит о отрицательной динамике ситуации с коронавирусом. В Москве, как вы знаете, мы одни из первых приняли решение об обязательной вакцинации ряда групп работающих, которые работают с населением. В настоящее время 67% работающих в этой группе представляют достаточно большую долю работающих в Москве. 67% привились двумя компонентами. 73% одной компоненты. Если брать такие группы, как работники образования, здравоохранения, то двумя компонентами привили больше 80% этих групп. Это хороший результат. Мэр рассказал, что в ближайшее время в торговых центрах столицы и в МФЦ откроют пункты экспресс-тестирования на коронавирус. Россия сегодняшнего дня официально возобновляет регулярное авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу, закрыты на фоне распространения коронавируса, а также расширяет географию полетов в Индию и Испанию. Такое решение принял оперативный штаб. Таким образом, регулярное авиасообщение будет формально возобновлено уже более чем 60 странами. Между тем, отмечу, что на данный момент ни одна российская авиакомпания не заявила о планах по возобновлению полетов ни в одну из этих стран. Продолжение выпуска. Возвращаемся к главной теме. Инстаграм вслед за Фейсбук заявил, что восстанавливает работу, передает мне новости, подробности уже в следующих выпусках. Курс валют на сегодня доллар 7,92 евро, 84,64. Погода. В Москве сейчас плюс 5 и без осадков, атмосферное давление высокое 766 миллиметров, притул 2 стола. Спутник ВИП были переданы в Российскую организацию здравоохранения. Сейчас
странах с общим населением более 4 миллиардов человек. Разработкой, конечно, будут заниматься и сегодня занимаются несколько институтов Российской Федерации. У них для этого достаточно компетенций. Здесь ведь вопрос, как всегда, когда мы начинаем подходить к какому-то новому циклу создания продукции, в первую очередь это всегда стоит вопрос наличия уже базы, как научной, так и производственной. И те страны, которые никогда не создавали вакцинных препаратов, конечно, для них это будет процесс из разряда, скорее невыполнимо. Между тем, глава Минкомторга Денис Мантуров рассказал, что производство вакцин от коронавируса в России по итогам года превысит 300 миллионов доз. Мировые цены на нефть накануне вечером ускорили рост. Аналитики напрямую связывают это с решением ОПЕК+. Альянс сохраняет текущие параметры своей нефтяной сделки и увеличит добычу в Украине на 400 тысяч баррелей в сутки. Вице-премьер Александр Новак уверен, что это решение нормализует ситуацию на рынке. Хотел бы поддержать те предложения, которые выработаны, заключающиеся в том, чтобы продолжить нам наращивание добычи в ноябре месяце в соответствии с ранее утвержденным графиком в размере 400 тысяч баррелей в сутки. Увеличение вот в целом по странам ОПЕК и не ОПЕК, ну, естественно, в разрезе всех стран. На мой взгляд, это будет действительно тем балансирующим моментом, который позволит нам продолжить нормализацию состояния рынка. Аналитики уже заговорили о возможности достижения отметки. Погода пасмурная, поэтому среднесрочной перспективе. Светло будет не очень скоро. Подводные лодки. До этого были лишь пуски с кораблей. Циркон стартовал с подлодки «Северодвинск» в Баренцево море. Сообщается, что заряд успешно поразил условную цель. Павел Анисимов о возможностях циркона. Российские военные первыми в мире запустили 52-ю ракету с подлодки. Циркон с легкостью обходит систему другого противника. Убийца авианосцев, так прозвали новейшую противокорабельную ракету, сменит на боевом дежурстве своих предшественников. Гранит и Калибр. Их названия запомнились во время сирийской операции, когда цели поражались за сотни километров со снайперской точностью. Циркон не только точен, но и очень быстр. Говоря военно-техническим языком, скорость полета ракеты достигает 8 махов или более 10 тысяч километров в час. Это в 10 раз быстрее пассажирского лайнера и в 4 раза выше, чем у действующего ракетного вооружения. Все технические характеристики циркона строго засекречены. Даже неизвестно, как выглядит ракета. На видео в учебных пусках невозможно разглядеть ее фото. Вероятно, секрет гиперскорости, в том числе в специальных обтекателях, которые уменьшают трение о воздух. Сам разработчик представил лишь примерный вид циркона. Судя по эскизам, образец отличается от гранита и калибра сечением корпуса. Он не круглый, как у обычных ракет, а близок к квадрату. Примерно известна максимальная дальность поражения циркона – около 1000 километров. Причем гиперзвуковой заряд способен лететь очень высоко, до 30-40 километров, или сверху низко над водой. Земля его такой скорости не может перехватить. К тому же циркон постоянно вибрирует, что еще больше запутывает противовоздушную оборону противника. На ракете установлен генератор помех, который мешает вражеским радарам. При этом бортовой компьютер циркона легко справляется с помехами ПВО противника. Кроме того, новейшая гиперзвуковая ракета сама выбирает цель и подлете к чужой эскадре. С большой долей вероятности циркон поразит вражеский эсминец, а не танкер. Увлажнение, хотя вспомогательное судно крупнее по размерам военного корабля. Секретные испытания циркона начались в 2016 году. Спустя 3 года Владимир Путин в послании к Федеральному собранию продемонстрировал компьютерную графику возможностей новой гиперзвуковой ракеты. Тогда же глава государства рассказал об основных характеристиках циркона. На Западе посчитали, что до реального воплощения пройдет не одно десятилетие, но уже на следующий год, весной 2020-го, с фрегата «Адмирал Горшко» стартовала первая гиперзвуковая ракета. И вот сейчас успешные испытания подводной лодки. По мнению военных специалистов, «Циркон» полностью меняет картину современного морского боя. Гиперзвуковая скорость реактивного снаряда позволяет внезапно атаковать корабли противника. При этом российская разработка не имеет аналогов, но, по экспертным оценкам, за рубежом что-то похожее вряд ли появится в ближайшие 10-15 лет. Подмосковье.
результате спецоперации задержано 8 подозреваемых, 2 главаря и 6 активных участников ячейки «Хузбут Тахрир», запрещенной в России международной террористической организацией. Оперативную видеозапись поимки террористов изучил наш корреспондент Александр Саши. Удар кувалды и дверь открылась. Оперативники в бронежилетах, в касках и с оружием заходят в логово экстремистов на рассвете. Подозреваемые, судя по всему, спали, поэтому не успели оказать сопротивление. Всех находящихся в жилье сразу же положили на пол и надели наручники. Такие кадры распространил Центр общественных связей ФСБ России. Спецоперация проводилась при силовой поддержке МВД и Росгвардии. В результате задержаны 8 человек, 2 главаря и 6 активных участников ячейки. Организация «Хузбут Тахрир» запрещена в России Верховным судом с 2003 года. Как считает ФСБ, нынешние участники осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушение институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. По данным следствия, подозреваемые распространяли террористическую идеологию, при этом используя серьезные методы конспирации. У задержанных изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, в том числе смартфоны и компьютеры. Другие подробности дела в интересах следствия держат в тайне. Известно лишь, что уже возбуждено уголовное дело, и вскоре всех задержанных доставят в суд для избрания меры пресечения. Следствие планирует настаивать на аресте. За участие в террористической организации российское законодательство. Подозреваемые в убийстве 3 студентов в городе Кае Оренбургской области задержаны. 29-летнего Александра Лазарева, ранее судимого за грабеж убийства, задержали после преследования, когда он пытался скрыться на угнанной машине. Детали спецоперации выяснял наш корреспондент Олег Яков. Подозреваемого в убийстве 3 студентов из города Кае преследовали дважды. По словам старшего сержанта полиции, опасного рецидивиста
Яндекс.Навигатор, куда ты потащил, блин? Не могу настроить.
Погода пасмурная, поэтому... освещением, блин. Thank you.
Ну где ж налево-то? Блин. Фура перекрыла, блин. Там был поворот. Что бывший грузинский
планируют Грузии госпереворот. Убийство Мирхода Каспури по реакции людей. Страна больше не хочет главиться. Сторонники Саакашвили планируют устроить митинги в крупных городах. Но сегодня часть из них соберутся в центре Мирхода. Находится больше много. Грузии заявляют о нескольких маршах в Тбилиси. Или немного. И все они требуют лишь помиловать бывшего президента. Решение народа показали и результаты прошедших выборов, за которыми Саакашвили мог судить телевизор. По данным суда, выборы побеждает правящая партия. Потому что не так. Второй выбор правительства. Партия бывшего президента Саакашвили. Сейчас он в немедленно беспорядка. Все внимание на сплочение. Политических сил перед вторым туром голосования, которые будут состояться в конце октября. В целом Саакашвили уже в Москве. Политики ученые требуют встречи с украинским консулом. Ведь теперь он по паспорту в Украине. Президент же незалежный считает возвращение Саакашвили в Грузию странным делом. Я как президент Украины постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины равными возможностями, которые у меня есть, которые мне дает власть. Михаил Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается. И все институции, включая Министерство иностранных дел и наше посольство, которые работают в Грузии и на уровне посла Грузии, который работает в Украине. Кроме Зеленского, на Украине Саакашвили ждет недавно объявленная жена народной депутата Елизавета Ничко. Такое сенсационное заявление чиновник, севший в галстук, сделал после того, как был задержан в Тбилиси. Между тем, президент Грузии Саламе Зурбашвили уже заявила, она не готова помиловать бывшего коллегу. И хотя юридические тонкости пребывания экс-президента в Грузии пока не раскрываются, грузинский истеблишмент подтверждает, судебный процесс над бывшим лидером страны будет строгим. Ранее премьер Грузии заявил, что Саакашвили может вернуться в Грузию только после того, как отсидится на родине, где есть тюремный срок. Он приговорен к 6 годам тюрьмы, этот приговор вынесен последним в конце. Кроме того, Грузия может наказать этих Саакашвили. На это Грузия США направила в Стамбуле заявление. США проследили за тем, чтобы дело Саакашвили рассматривалось в соответствии с международными обязательствами Грузии. Мария Скорюка, Вести ФМ. Да я заехал. Джо Байден призвал поднять потолок госдолга США. Республиканцы должны прекратить играть в русскую рулетку с американской экономикой, ставя США под угрозу дефолта, заявил американский лидер. Джо Байден призвал Конгресс поднять потолок госдолга. Речь о выплате прежних долгов, а не о новых расходах, так как возможный дефолт в стране поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты, подчеркнул президент США. Об этом мой коллега Владимир Аверин побеседовал с политологом-американистом Дмитрием Дробницким. В данном случае, несомненно, ситуация несколько другая. Во-первых, потому что уже федеральный президент призвал вынести всех русского, почему раньше не было. Во-вторых, потому что в США началась инфляция. И в-третьих, потому что Байден сделал заявление, которое ранее никто никогда не делал. Такие заявления вообще-то не делают. Учитывая, что Байден очень дисциплинированный тактичный солдат, это явно такое заявление, которое было написано в недрах администрации. Что нужно сказать? То ли из-за некомпетентности, то ли действительно какой-то каким-то совсем ужасающим развитием в сторону республиканцев, да, потому что мы вообще вести в Соединенных Штатах. Да, я просто объясню, почему. Дело не в том, что мировая резервная валюта, ее статус, там, так далее, что подобное. Дело все в том, что доллар, знаете, даже, вот когда речь идет об инвестиционном цикле, так сказать, называемых сильных инвесторов, то есть тех, кто... Поверните направо. Нет, я тут не сплаваю. Нет, я не сплаваю. Ну, какая
не видно. Ничего не понятно. Ой, блин. Темно. Навигатор дерьмо. Thank you.
сделал, блин. Ломают, чтобы выиграть.
Рассматривать